Смысл политики новой индустриализации заключается в том, что правительство должно проводить активную промышленную политику, то есть стимулировать строительство заводов, стимулировать, чтобы станки, машиностроение развивалось, ну, была нормальная промышленность. Этой политике индустриализации, ей очень многие годы мешали рыночные фундаменталисты, которые считали, что не надо вкладываться в промышленность, а пускай вот спекулянты финансовые, вот это и есть настоящая экономика. Кризис показал, что экономика финансовых спекуляций является крайне неустойчивой. К тому же кризис показал, что постиндустриальные, так называемые, сектора экономики, сервисы, различные услуги, они не дают достаточной прибыли, быстро разоряются, и поэтому страны всего мира начали политику индустриализации. Путин вслед за ними тоже объявил политику новой индустриализации. К сожалению, агенты США, прямые, так сказать, вот такие иностранные агенты в органах власти, срывают эту политику новой индустриализации и не дают Путину идти по ней. Он не решается их уволить.